Добрый вечер, Савенков Дмитрий, главный судья соревнований регионального этапа Всероссийской олимпиады роботов. Сегодня завершилась основная категория, квалификационные раунды, проведены подмежуточные итоги. Завтра по этим категориям состоятся финальные заезды. Также мы сегодня подвели полностью итоги в категории мобильные интеллектуальные робототехнические системы, манипуляционные интеллектуальные робототехнические системы, а также летательные интеллектуальные робототехнические системы. Главный соревновательный день предстоит завтра. Мы увидим финалы в основной категории младшая, средняя и старшая.